Воссоединение Тины Кароль с Даном Баланом в новом сезоне шоу «Голос крайне» произвело фурор. Фото со съемок проекта, на которых Балан подошел к Кароль, а затем примостился вместе с ней в судейском кресле, облетели сеть и практически никого не оставили равнодушным. Так не смог не отреагировать и ведущий Слава Демин. Он сделал перепост одного из нашумевших фото у себя в сторис. «Шо там по обнимашкам? Ух, будет горячо», – прокомментировал он снимок. При этом авторы проекта не раскрывают подробности относительно того, какая же роль уготована Балану в новом сезоне. Возможно, что Дан не пережил расставание с Тиной и захотел ее поддержать во время «Голоса». Быть может, он станет своеобразным советчиком для Тины и поможет ей отбирать участников в свою команду. Как у него это получится, узнаете во время ближайших эфиров. Как известно, на протяжении двух сезонов вокального шоу Тина Кароль и Дан Балан подогревали интерес к своим персонам, постоянно флиртуя друг с другом. В сети ходили слухи, что между звездами роман, но сами артисты тщательно избегали разговоров на эту тему. Стоит отметить, что для поклонников шоу стало разочарованием отсутствия в кресле тренера Дана Балана. Однако продюсеры, похоже, придумали что-то поинтереснее.